Значит, запросил запуск, вырулил на предварительный старт, далее на исполнительный. Вырулил на исполнительный старт, сказал, взлет готов. Дальше я ему сказал, взлет разрешаю, и он начал разбег больше от экипажа, и между мной и экипажем переговоров не было. Не прекратились, он начал разбег, просто у нас по инструкции, когда, пока экипаж производит взлет до высоты 200 метров, он не обязан выходить на связь, пока... Ну, не, как бы, не завершит процедуру взлета, а потом уже выходит диспетчер на связь и докладывает, что взлет произвел, и я даю ему дальнейшие указания. Здесь ничего не было, никаких. Не набрал той высоты, на которую...